Again, when I spoke to her, she has a mask. Я уже думаю, что она розовая. Можно так проверить, но я вам потом расскажу, как. Помните, в прошлый раз я распаковывала то, что у меня костюмчик. Да, у нас такая вот куколка. Вот иголочка, сердечко. Здесь у нас расчетка. Ярко-розовый. И вот сейчас наша куколка. Ох ты. Смотрите, какая она красивая. Здесь такие два миленьких чубчика. Ох. Шик.
Если мягкий, вот. Давайте снимем вот так вот ее костюмчик. А теперь я буду выкидывать. Он крутой. О, у нее такой купальник, что ли. Прикольно. Вот остались тапочки. Вот это.
вами получается. Классно. Я подольше его как-нибудь сделаю. Ладно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока-пока!
слайм. Клей у нас белый, нетоксичный, 70 мл. Угу. Две бутылки. Следующее написано: добавьте в воду 1 ложку активатора для слайма. Чекаем. Где у нас активатор? 1 ложку. Добавьте в клеевое раствор, и здесь это зависит от того, как вы хотите сделать. Так. Краситель, да, добавить? Да. Так, там написано в инструкции, это что, если красный смешать с синим? Давай оранжевый сделаем. Я не хочу оранжевый. Добавляем красный краситель. Наверное, вот столько уже хватит. И перемешиваем. Так, у нас пора активатора. Вот это перемешиваем. Все, давай, теперь вливаем раствор активатора и медленно мешаем. Что здесь нужно сфильтровать. Вот можно было 10 к 1 залить активатора, 5 к 1. И порядок 1 к 1. Все, это вылили. Вот из-за этого много жидкости у нас. Вот можно жидкость лишнюю сейчас слить. Да. И всем пока, друзья, мы как-то.
вообще не было такой игрушки. Вот, и вот такая вот, вот сзади все вот эти куколки, тут нарисована ультраредкая. Значит, то, что очень редко она попадается детям. Ну, давайте приступим. Тут такой лед, такая. И сила нужна. Сила очень богатырская. Я все-таки взяла ножницы, потому что без них не обойтись. Давайте вот так вот. Надеюсь, что это поможет. Вот. Вот. Так это слепой. Это можно поменять. Вначале вкладыши. Время по вкладыши. Вот тут такой склад. Ну, вначале надо начать с сюрпризиков. Давайте нажимаем. Достаем. Убираем. Вот тут, кстати, миленькая блондиночка. Так. Гребешочка. Ой, боже мой, это гребешочек. Такой. И наклейки. Ну все, давай дальше. Встаем. Тут написано куру или так. Ой, это что такое? Вы понимаете, что это? Ой. Вот тут телефончик. Так, давайте сделаем телефон. Айфон. Вот так вместе скрепляем. Во. Такой айфон. Встаем. Такая куколка. Вау. Это же скрепление. А, еще есть что-то. Что-то такое. Вот. Теперь достаем нашу куколку. Вот. Так вот она вот этой штуки. Раз, два, три. Фу. Какая красоточка, боже мой. Вот она. Наша куколка. Ой. Вот тут ее сердце. Вот так. Вот так уж и пошло дело. Это все открыло на руку или на ногу. Вот так вот. Нет. А, это, по-моему, вот эти ботиночки. Я так думаю. Да. Я, по-моему, не ошибаюсь. Ботиночки. Странные ботиночки. Очень. Может быть, это новый писк. Вот, такие тапочки домашние. Так, это куда-то приклеиваем. Это вот убираем. Вау, какие шелковистые волосики. Так, так вот. И вставляем. Да, так. У меня так получилось. Это гребешочек. Так, расчесываем. А это я вообще не знаю. Так. А, это сзади. Ну ладно, все уже конец видео. Всем пока-пока!
Всем привет, друзья! С вами канал ДТВ. Сегодня будем вскрывать этот шарик и еще два маленьких шарика. Вот, эта поделка стоит 250 рублей. Вот сейчас будем его вскрывать. Вот тут у нас эта там штука. 7 слоев, там все видимо, все такое. Ой. Это шарик. Ой, так. О, боже. Так. Так, и снимаем первый слой. Очень странно, почему мне все время именно такая подсказка попадается. Так, давайте следующий слой. Так, пошли. О, получается. И у нас тут не это от малышей. Ну, ничего. Так. Открываем нашу поделочку. Это другая поделочка. Ой. И у нас вот идет такой вот вкладыш. Вот у нас такая бутылочка. О, еще смотрите, что это у нас. Качество вроде бы нормально. Я еще купила еще два таких шарика. Мама, только мама. Один, который большая куколка, я уже это распаковала. Вот, и другую тоже распаковала, ну, без видео. Вот, тут у нас эти две поделочки. Котик. То есть это котик и малыш. Так, начнем с котика. На где-то 200. Мама! Мама! Так, мама! Снимаем слой. Давай, чуть-чуть. Тут у нас ничего нету. Так, давайте этот слой. Снимаем слой, который ничем не снимает. Нет. У нас опять ничего нету. Так. Еще последний слой. Это трудно очень. Это поделочка. Все поделки такие. Вот у нас ножницы. Вообще даже ножницами не получается. Что это такое? Мама! Так. О! Получается, вот, получилось. Тут у нас опять ничего нет. Давайте сейчас как раскрываем и раздуем. Эй,
Ой. И у нас такая подделочка. У нее это не сжимается никак. Такое платье и такое тело. Такое. Уличное тело. Ну, оно подвижное. Ника, пластиковое тело. Пластиковое голова. Тело. Голова. Кривой рот. Жуть. И у нее не втыкается вообще. Не вставляется, Доминика, голова в тело. Не вставляется. Тут у нас еще такое платье идет. Так, давайте померим. Померим платье. И не получается. Голова в итоге не вставилась в тело. Вот так вот у нас получилось. Давай теперь же в какое вот это. Малышку. Тут у нас 5 сюрпризиков. Так, второй слой. У нас тут голубой шар. О, у нас тут подсказка. Вот они. Смотрим. Так, давайте начнем с этого. Так. Тут у нас бутылочка. Бутылочка вроде бы нормального качества. Тут у нас кладыш такой. Получается, в желтом шарике не было ни вкладыша, ничего, да? Мне еще не попадалась малышка с такой прической. Так, наше видео уже подошло к концу. Всем пока-пока! Всем привет, друзья! Сегодня мы будем рассказывать такую какашку красного цвета. Это масло. Что такое 25+? 25 игрушек? Так, Что внутри? Я хочу вкладыш. Так, внутри вкладыш. Что смотрите, вкладыш? Радужный котик. Ой, какие. То есть это готовый слайм, правильно? Да, так вот. А если не распаковывать, то такой кондистрейсик. Покажи, пожалуйста. Вот. А где резать? Уверена? Уверена. Тут никак не открыть. Так, сейчас попробуем. Господи, давай скорее, что там? Ой, какой! Ой, какой! Господи, красная какашка. Из нее какая-то слизь. Да. Слизька. Слаймик. Слаймик?
Даже это не слайм, а лизун. Лизун? Ага. Может, сюда его положить? Ой. Ну давай, Доминик, открывай, что тут. Тут еще игрушка есть, да, как я понимаю? Скользко. Угу. Так, и что там? А, это тучка, нет? Доминика, это туча, посмотри, это же какой цвет у нас? Прям просто тучка тучная. Тучка. Ну-ка, коллекция тучки тут есть, коллекция, что, да? Достаем наше прелестное чудо. Чудо-юдо. Ну, вот, скорее всего, из этой какой-то будет. По-моему, сила богатырская не помогла. А вот и наш слаймик. Сила! Сила богатырская! И вперед! Доминика, давай. О, у меня получилось. Ой, что это такое? Ну-ка, посмотри. Он не очаровательный. Он очень грустно недовольный. Ой, какой. Распространенный, да? Ага. Ничего. Ну ладно, всем пока. Видео подошло к концу, так что пока-пока! Ника, ты забыла самое главное. Что? Поздравить всех детишек, школьников с чем? Последним днем. С окончанием, да? Сейчас это долго, потому что пленка, она такая твердая. Как школу закончила? Нормально, хорошо. Так, что мы там? Снимаем вот эту вот штучечку и достаем вот это. Это что? Это у нас, ребятки, украшение для слайма. Ладно, мы это посмотрим. Еще у нас юникорн Мэджик комплект. И шиммер. Все у нас это. Что это? Не знаю. Так. Ой, какая прелесть. Наверное, ложечка, нет? Да, там телочка. Пока отделка полка, Доминика, красивая. Тарам-тарам-там. Там. У нас тут золотая ложка. А ложка-то золотая. И еще вот эта штука для хранения слайма. Ой, она в виде чего? Это же, кажется, чипсики. Чипси Лейс. Так, теперь. Это не
короче, вот. Это у нас. Вот это вот вещь. Ух ты! Которую будем наливать воду и так далее. Это какая-то бутылочка? О, пупир. Ты догадываешься, кто у тебя может быть? Нет? Никаких вариантов? Я буду думать, если я найду, то сейчас. Значит, у нас тут будет Кладыш. Так. Доминика. Так, ищи вот такую баночку, переворачивай. Это тигр? Нет? Это Мишка! Это Мишка! Щуга! Крылатый медведь! Ух ты! Посмотрим, Мишка, или нет? Будем надеяться, что нет. Это любимый Мишка! Ой, какой хороший! Это просто Мишка-зайчик! Ой, покажи! Еще крылышки? Ангел Мишка? Качество как у него. Мощный у него, подвижный. Так. Тут у нас сосочка, которая снимается. Ой, ресницы-то какие. Вот, просто понимаете. Вот. Еще у нас какое-то вот вместе. Мы пойдем узнать. Интересненько. Будет он кушать? Или будет он делать рафутинг? Так, ладненько. Сейчас будем делать с вами. Там особо ничего там не надо делать. Наполняем это до конца. Опа. И поем нашу мишку. Вкусно, ням-ням? Так, все? Или нет? Все. Теперь берем соску. А слайм, получается, у него в пузике будет или где? Вот техника наша. Так, тут у нас все получается? Баночка смешная. Подождите секундочку. Сейчас мы должны вылить. Все или нет, Мишка, признавайся. 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 Нет. Так. Теперь нужно либо 10, либо 15 минут там максимум подождать. А, вот это? Подожди, а что-то добавлять нужно? Ну что, будем ждать? Окей. Какой цвет?
Поднялась путь еще. Ну, вот. Вот теперь это похоже на слайм. Настоящий. Единорожий. Он маленький, потому что он маленький. Блестящий. Это под цвет его макияжа. Или просто под цвет. Ты вся блестаешь. Пара-пара-пам. Пам! Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Можно самому. Так. И это будет. Это место. Тут у нас. Тут у нас. Вот булочка! Вау, как он, вау! Так, пойди сюда. Так вот. А, тут еда из народа. Так, пакет, два, пакет, три, четыре пакета. Еду. Это у нас пакет. Тучка, тучка, тучка. Настоящая щёсочка. Смотрите, злобная, злобная. Это хорошо. Так, это умная такая. Давайте. Какие открыли? О, это у нас. Так. Это магия немного. Это у нас. Умер. И магия. Так. И давайте обнимать. Вау. Это подгузник. Смотрите, черный. Это у нас слово какие. Так. Все у нас юниконшин. Всего их четыре. Как так. Вау! Это у нас какашулечка. Где там хранится? Вот. Вот, потом откроем. И открываем изнарочку. Открываем. Здесь очень трудно открыть. Вау! Это чтобы туда одеть воду и поить. Вот. Это какашка. Это крышечка от какашечки. Там в этой какашке хранится слайм. Вот это расческа, которая я говорила, что такая годная. А тут такая миленькая, такая маленькая.
Вот, давайте сейчас. Сейчас мы слайм. Вот тут инструкция. Давайте найдем русскую фразу. Так, русская. Я все равно знаю, как делать слайм. Берем вот эту мисочку. Так, еще одну мисочку. Берем юникорн. Нет. Да, так, ножнички. Это обязательно ножницы. Сначала не водичка? Нет, сначала вот так вот, а потом водичка. А давайте вот так вот и... Ой, какая молодец, все съедает. Еще раз. Прям все съедает. Ай, а... Все, давай дальше. Ложка она все-таки не... Я уже ее поменял, теперь надо переключить, чтобы она ела. Опс! Еда, ну, как-то так. Сейчас. Вот так вот это делается. Один. Так. Теперь берем воду. Сколько мы наливаем? Ой, вот столько. Так, мы почти все высыпали. Вот так, теперь вот так вот закрываем. И трясем одну минуту. Так. Ребята, все. Одна минута прошла. Вот, я вам не сказала, что надо подождать 5 минут. Я подождала. И у нас получилось вот такой слайм. Вот, давайте достанем вот эту нашу ложечку. Вот она. Достаем. Хотя можно и не ложкой. Ой. Так, давайте достанем блестки. А, так, вот. Юникорн шиммер. Так вот. Упаковки сюда. Ой, как красиво. Вот, мешаем. Такой блестящий, да вообще прям здорово. Оп. Теперь достаем магию. Ну это может на другой слаймик? Нет. Это как мука. Да, зачем она? Чтобы слайм сохранил свою форму. О. Мешаем. Интересно, что получится. Так. Блин, не мешает. Вот так вот берем, набираем. Ой. Вот так. Мешал и получился вот такой вот. Теперь достаем блестки. Хотя это не блестки, а какие-то, наверное, звездочки. Так. Ой, так это ты моя. Все, зачем расходуешь? Ну, я не все. Там еще остались. Вот такой у нас красивый слайм получился. Вот. И теперь надо его положить в какашечку. А если не влезет, то в бутылочку. Не влезает. Ну, как-то так. Ладно, ребята, всем пока. Так что, всем пока. Пока-пока. Bye.
Мне больше всего нравится вот это. Там было написано то, что 800 с чем-то, оказывается, где-то 1-2 тысячи. И у нас получилось. Смотрите, здесь вот так вот все выглядит. Давайте. Первый сюрприз. Так. Здесь у нас осталась. Что же он не решит? Так, где мы сюрприза? Третий сюрприз. Угу. Так. Что-то папку какую-то. Да у нас вот такой вот карандаш. Ух ты! Здесь у нас заколка с волосами.
положу еще вот эту вот. Один уже волосы видно белые. Ага, ух ты. Как зовут куклу? Сали. Сали? Давайте я их накадром распакую. Ну, вот такая вот у нас куколка. И всем пока-пока. С вами была я, Доминика. Пока-пока. Так, давайте.
это тут не понравилось. Посмотрите, высокие сапожки, а вот тут маленькая дырка. А второй? Вот тут там. Тут синенькая дырка. Ну, давайте покажем. Ну, давайте тебе. Проба перчатка. Это прям целый костюм. Костюм остается или нет? Ой, давай одеваемся. Одеваем. Одеваем прелестные куклы. Это что у нее красивые волосы. Да. Такой большой. Поэтому. Ну, всем пока.
пока-пока. С вами была я, Доминика. Пока. Вот у нас вот так вот выглядит. Вот сбоку. И здесь. Инструкция. Ну, давайте раскроем. Рабочую поверхность положу на стол. Кем? И постановлю поверхность. Так, выбери текстуру будущего слоя. Нагрузка поверхность. Клей, перелив, контейнер для смешивания. Так, давайте флажу. Ой! Здесь напишу, выберем его для сессии и перекрепим его внутри. То есть клеим его. И я хочу потом розовый. Съем. Я клей уже добавила. И давайте красить. Вот у нас ветровый. Так. Такой ярко-ярный. И смешиваем. Здесь перемешала для соответствующего цвета. И дальше нам нужно налить 18 мл активатора. Вот. С помощью верно. Колечко. We'll be right back.
ДТВ. Здесь сейчас вот такая вот кубика. А ОМГ, ну это поделка. Вы знаете, вот, потому что она такая маленькая. У меня 25 декабря был день рождения, а сегодня 28. Вот, мне подарили вот это. Вот эти вот игрушки мы распакуем в следующих видео. Ну, давайте приступим. Вот такой он у нас свой. Ух ты, смотрите, прозрачная упаковка. Там видны уже пакетики. Да, видно. Это туда. Второй слой снимаем. Так, вот такая упаковка. Зачем эта упаковка? Непонятно. Вот смотрите, здесь какие-то. Как это открывать? Да, вот здесь попробуйте. А, о, погодите, здесь просто скотч. Ну, давайте я за кадром скотч сделаю. Давайте здесь кубочком. Давайте сначала покупку откроем. О! Куклу положи, давай сначала покажи. Давай. В втором пакете. Да. Хорошо, здесь у меня... Ух ты, какие аксессуары. И очки, и помада даже. И расческа, и зеркало. Кого? Чего здесь только нету? Ну, давайте нашу куколку теперь. Ой, здесь еще у нас пакеточка. В этом пакете. Смотрите, у меня такие красивые розовые волосы. Так. Давайте вот так вот. И ботиночки. Спасибо. За кадром. За кадром. Вот так вот у нас. Такая вот куколка. Наилучший для мужиков. А давай посмотрим. О, красит помада. Красит. А ну-ка. А ну-ка, а ну-ка.